Благотворительный фонд «Югра в беде не бросает» имени Антона Кульш продолжает помогать тем, кто нуждается в дорогостоящем лечении. Сейчас подопечная фонда – юная жительница Ханты-Мансийска. Друзья, всем привет. Знакомьтесь, это Есения Ельцина. Ей 2 года. Но, к сожалению, она сейчас не может познать всю радость детства, так как уже на 2-й день жизни ей поставили диагноз «тяжелый врожденный порок сердца». В свои 2 года она уже перенесла 4 сложнейшие операции, и дальнейшее прогнозирование ее жизни следующее. Когда ей исполнится 18 лет, то ей необходимо заменить сердце. Но все это можно исправить. Дело в том, что в Бостоне есть кардиохирург, который способен выполнить ей операцию для того, чтобы сердце этой малютки функционировало в полном объеме, как у здорового человека. Если вы правильно понимаете, то эта сумма неподъемная для семьи Есении. Поэтому, сплотившись все вместе, мы можем помочь этой малютке прочувствовать здоровую и счастливую жизнь. Друзья, все реквизиты, всю подробную информацию я оставлю здесь, в этом посте. Ну, а мы давайте все вместе поможем Есении. Есень, давай помашем ручкой в камеру. Ручкой помашем.